Спасибо большое. Как-то так программа странно сформировалась. Получилось, что мы друг другу эти слова передаем. Уважаемые участники форума, мне доверена честь его организаторами поговорить об одном из наиболее сложных вопросов нынешней правоприменительной практики. Это обеспечение стандартов справедливого уголовного процесса при ведении процессов онлайн. Я хотел бы поговорить об этих проблемах немного неформально. Мы все вот, практикующие адвокаты в какой-то степени знакомы с довольно острой дискуссией, возникшей относительно того, насколько проведение судебных заседаний онлайн позволяет участникам процесса реализовывать гарантированные им законом и в том числе ратифицированными Республикой Казахстан международными договорами права. Ну, я смею всем напомнить, это и так каждый из юристов знает, но тем не менее, я думаю, что это сейчас уместно. Статья 1 Конституции нашей страны говорит о том, что основными ценностями нашего государства являются человек, его жизнь, права и свободы. И вот здесь, в свете пандемии, насколько мы можем понять, как раз и возникла некоторая коллизия. То есть, что делать в определенных ситуациях? Беспокоиться о жизни и здоровье людей или обеспечивать гарантированные им законом права? Вот в преломлении к уголовному правосудию эта коллизия стала довольно острой. Ну, мы все прекрасно понимаем, что если проводить в период пандемии судебные заседания в обычном режиме, то риск заражения увеличивается, ну и поскольку инфекция опасная, то и угроза жизни участникам процесса, самим судьям возникает. И понятно, что здесь шутить не приходится, и следует отнестись ко всему серьезно, исходя из тех стандартов, которые современная медицина нам диктует. Но с другой стороны, фундаментальные права, такие как право на справедливый суд, право на открытое судебное рассмотрение дела, право на защиту и квалифицированную юридическую помощь, они тоже должны обеспечиваться, так скажем, в необходимом формате, и вряд ли будет легко оправдать отступление от этих стандартов. Ну и вот здесь первый элемент коллизии, о котором я хотел бы поговорить, это все-таки уровень законодательной регламентации тех ограничений, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Дело в том, что ограничить действия вышеупомянутых мной принципов можно только введением изменений в Уголовно-процессуальный кодекс. И здесь, как у юристов, у нас у всех возникает вопрос, а имеет ли соответствующие полномочия санитарная медицинская служба для того, чтобы такого рода ограничения вводить. Мы все прекрасно понимаем, что эти ограничения основаны на здравом смысле и элементарных соображениях безопасности. Но суть верховенства закона, идея верховенства права, проистекающая из верховенства закона, они состоят в том, что все должны подчиняться законам, все должны эти законы соблюдать. А законы гарантируют право на рассмотрение дела в определенном, установленном законом режиме. Этот режим обеспечивает соответствующие фундаментальные права подсудимого, потерпевшего, стороны защиты, иных участников процесса. И этот режим не может быть ограничен произвольно одним лишь распоряжением санитарного врача. В этой связи мы полагаем, что вот с точки зрения соблюдения первого фундаментального принципа нашего Уголовно-процессуального кодекса, принципа законности, любые ограничения в этой части, конечно, должны находить собой надлежащую юридическую основу. И вот теперь, переходя от закона, от вопросов законодательного регламентирования этих ограничений, хотелось бы обратиться к практической сложности всех этих нюансов. Мы все практикующие адвокаты, и, как я уже упоминал раньше, до этого дискуссия возникла, адвокаты начали возмущаться тем порядком проведения судебных заседаний онлайн, который у нас сейчас установился, а судьи с этим не согласились. Если, так скажем, поднять некоторые страницы в Фейсбуке, так сказать, отголоски этой острой дискуссии продолжают быть и сейчас. Но вот если рассмотреть проблему через конкретную практическую призму, гласность уголовного процесса предполагает открытость рассмотрения судебных дел.
А современный онлайн формат рассмотрения этих дел сейчас, грубо говоря, позволяет наблюдать за проведением процесса только тем, кого подключили к системе. И кнопка подключения к системе находится в руках у самой судебной власти. В то время как сам концепт открытости судебного разбирательства установлен еще в Древней Греции и Древнем Риме, когда правосудие осуществлялось на площадях, на глазах у всего народа, для того, чтобы этот народ мог видеть, насколько справедливым, открытым и честным является это правосудие, и каждый гражданин мог зайти в зал суда или прийти на ту самую площадь, где рассматривалось уголовное или гражданское дело, и воочию убедиться в том, что судьи объективны, справедливы и беспристрастны. Вот эта идея гласности, такой концепт принципа открытости судебных заседаний, он немножко не соответствует сложившейся практике, когда вас присоединяют, так скажем, к конференции, а для того, чтобы присоединиться, нужно узнать соответствующий номер этой конференции и получить пароль для подключения. В этой связи, вот, по некоторым имевшим большой общественный резонанс уголовным делам, мы видели в социальных сетях, как отдельные журналисты возмущались тем, что их либо там не подключали к Zoom-конференциям, в ходе которых рассматривались уголовные дела, либо их внезапно отключали от этих конференций. Но были также эксцессы, связанные с тем, что и некоторые участники процесса, даже не журналисты, вылетали из трансляции и не всегда могли туда сразу же вернуться. То есть, ну, возможно, в некоторых случаях были технические проблемы, я сейчас за каждое конкретное дело, конечно, сказать не могу, но сама по себе система, которая позволяет ограничивать доступ граждан к наблюдению за открытыми, гласными судебными разбирательствами, она не может не вызывать некоторого опасения. Но, как было написано на плакате в комитете комсомола в школе, где я учился, критикуя, предлагай, предлагая, действуй. Вот в этой связи, ну, для того, чтобы исключить эксцессы, связанные с возможным нарушением принципа гласности судебных заседаний при проведении этих судебных заседаний в онлайн-режиме, было бы неплохо предусмотреть, как это, насколько нам известно, есть в Украине возможность трансляции на определенных веб-платформах судебных заседаний, разумеется, если они идут в открытом судебном режиме, и обеспечить возможность открытого, так скажем, подключения за этими судебными заседаниями не в качестве участников, а просто в качестве зрителей и наблюдателей для всех представителей общественности, которые к этому процессу проявляют интерес. Это исключило бы все жалобы на то, что меня подключили или не подключили. Если трансляция идет на определенном канале, предположим, на YouTube, я понимаю, что технически некоторые вещи сложно осуществить, но речь и не идет о том, чтобы все процессы транслировать онлайн. А те из них, которые имеют большой общественный резонанс, затрагивают публичный интерес, куда много журналистов хотело бы присоединиться, чтобы не создавать вот этот ненужный ажиотаж, не создавать сомнения в возможности реализации принципа гласности и открытости судебного правосудия, было бы неплохо технически решить эту проблему путем упомянутых мною открытых публичных трансляций. Второе. Нас очень, как практикующих адвокатов, беспокоит степень обеспечения права на квалифицированную юридическую помощь при проведении судебных заседаний онлайн. Сейчас, к счастью, на практике решился вопрос, ну, в большинстве регионов Казахстана, в той или иной степени решился вопрос доступа адвокатов к их подзащитным, потому что в период карантина эти ограничения были довольно жесткими. Но сейчас, по крайней мере, заранее записавшись, без каких-либо проблем, во всяком случае здесь у нас в Алмате, можно зайти, получить свидание со своим подзащитным и как-то выполнять свой профессиональный долг. Проблема возникает тогда, когда идет судебное разбирательство дела, особенно по арестантским делам. Получается, что подсудимых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, подключают к судебному заседанию из специальной комнаты
в следственном изоляторе, в то время как их адвокаты находятся в совсем другом помещении, иногда на другом конце города. Дело в том, что полноценная защита и гарантированная международным пактом о гражданских и политических правах право защищать себя лично, а также посредством выбранного адвоката, она предполагает, что такого рода защита состоит и в наличии персонального контакта между адвокатом и его подзащитным в ходе судебного разбирательства. Очень часто возникает необходимость посоветоваться, согласовать какой-то вопрос на ходу, сделать какую-то взаимную подсказку, напомнить. По некоторым делам, где объем материалов составляет там, десятки, если не сотни томов, то защищаться человеку, не имея рядом адвоката, у которого можно что-то спросить, что-то уточнить, крайне сложно. И право на защиту, как раз вот такое взаимодействие, согласование, оно и подразумевает. Но если ты находишься от своего подзащитного в нескольких километрах, и вы видите друг друга через маленькое окошко на экране компьютера, это взаимодействие практически исключается. Как и исключается возможность обменяться документами, показать какие-то записи, то есть сноситься с материалами дела. Особенно у находящихся в местах лишения свободы подзащитных, у них чисто технически, физически возможность держать при себе материалы дела, она весьма ограничена. Такие документы может иметь только сам адвокат, но если нет доступа к адвокату, разумеется, получается ограничен доступ и к этим документам, и, соответственно, ограничена возможность защиты. В этой связи, вот, изначально, когда проблема обсуждалась, и дискуссия была довольно острой, мы спрашивали, доколе, так сказать, до какого периода времени судебные заседания будут продолжаться в режиме онлайн. Но сейчас становится понятно, что ситуация с этим вирусом далека от стабилизации, и в какой-то степени уже все привыкли, даже те, кто возмущался к судебным заседаниям в режиме онлайн. Но это не значит, что этот режим нельзя улучшить, это не значит, что вот перечисленные мною проблемы нельзя каким-то образом регламентировать. И один из способов, так скажем, разрешения той проблемы, о которой я сказал, то есть обеспечение личного контакта адвоката с его подзащитным, это возможность проведения судебных заседаний в таком формате, когда подзащитный и его адвокат находятся в одном помещении. Можно как-то согласовать с администрацией следственных изоляторов, особенно по арестантским делам. Ну, я понимаю, что технически тоже какие-то трудности возникнут, но я не думаю, что эти трудности неразрешимы. Допускать адвокатов в те помещения, из которых их подзащитные подключаются к судебным заседаниям, и создать там возможности для совместного участия в судебных заседаниях, особенно по делам групповым, где следственно арестованных несколько. Либо обеспечить конвоирование следственно арестованных в здание судов и в каких-то обособленных помещениях, где предприняты соответствующие санитарные меры безопасности, давать возможность участвовать в процессах адвокатам и их подзащитным вместе, так скажем, с одного экрана компьютера или с одного телефона, но имея возможность разговаривать между собой и корректировать свое поведение в процессе. Ну и третья часть в этом вопросе, который не может не вызывать у нас затруднений, получается, какая-либо конфиденциальное сообщение между адвокатом и его подзащитным, находящимся в следственном изоляторе, она практически не может быть обеспечена. Вот как сейчас на практике. Иногда, опять же, это все зависит от усмотрения судьи, а иногда от желания даже секретаря судебного заседания. Перед процессом или после процесса нам прям предоставляют возможность поговорить с нашими подзащитными. В каком-то смысле это превращается, я бы сказал, весьма странное зрелище, поскольку особенно по групповым делам защитники начинают кричать своим подзащитным что-то в связи с делом, те начинают им отвечать. Ну и, конечно, такого рода общение консультацией по правовым вопросам не назовешь. И
разговаривать конфиденциально здесь не получается вообще, да и сама эта возможность так поговорить предоставляется далеко не всегда, не по всем делам и не всеми судьями. Нет, Атыч, уже время. Да, я заканчиваю. В этой связи я перейду к выводам. Нет проблемы, которую... Перейду просто в сугубо узкое практическое русло. Было бы неплохо провести какое-то совместное мероприятие с представителями судебной власти, адвокатурой, прокуратурой и администрацией следственных изоляторов, для того, чтобы те проблемы, о которых я говорил, попытаться каким-то образом разрешать. Все временно, все проходит. Рано или поздно мы вернемся в обычный нормальный режим. Но в настоящий момент, чтобы не усугублять ситуацию с нарушением прав человека, чтобы создать большие гарантии соблюдения этих прав, хотя бы вот в той части, о которой я сегодня говорил, то есть дать возможность адвокатам вести судебные, участвовать в судебных процессах из одних помещений со своими следственно арестованными клиентами и обеспечивать прямые трансляции судебных заседаний, имеющих большой общественный резонанс, хотя бы если бы эти два шага были сделаны, я думаю, ситуация в некоторой степени улучшилась бы. Спасибо большое. Если будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу.